Дорогие родители и ребята, я Ульжекова Камалия Ризовна, руководитель кружка начально-технического моделирования Дворца школьников имени Аль-Фараби, города Нур-Султан. Дорогие ребята, сегодня мы с вами будем делать истребитель из бумаги. Для изготовления нашего самолета нам необходимы 4 листа бумаги, ножницы, клей. Будем изготавливать корпус самолета, крыло самолета, хвостовая часть самолета и 6 ракет из таких заготовок.